Здравствуйте, в эфире программа «Супершеф», и с вами я, Кирилл Бергер, и мы начинаем. Он знает, как сделать вашу жизнь вкуснее. Все ингредиенты очень важно кидать на раскаленную сковородку. Кирилл Бергер в профессии с 16 лет. За это время он из су-шефа модного московского ресторана стал бренд-шефом целой сети заведений. Ну и как хумус, это модный какой-то тренд сейчас, хумус-серии всякие. И теперь удивляет, впечатляет и завораживает гурманов сочетаниями ингредиентов, от которых просыпается аппетит. И сегодня мы с вами будем готовить привычное всем блюдо салат оливье, где мы заменим картофель на листья зеленого салата и обычный майонез на бескалорийный майонез. Итак, приступим. Для приготовления этого салата нам потребуется салат айсберг, свежие огурцы, маринованные огурцы и пикули, отварное яйцо куриное, отварная морковь, зеленый горошек свежемороженный, бескалорийный майонез, дижонская горчица и конечности камчатского краба. Итак, начнем с нарезки овощей. Овощи нарезаем привычным для нас способом, мелким кубиком. Так. Сначала я вот разрезаю огурец вдоль, потом еще раз вдоль. И режем на маленькие шашечки. Просто на самом деле классические оливье не всем можно употреблять, особенно людям, которые сидят на строгой диете и так далее, но хотят себя баловать этим салатом привычными вкусами, то для них вот был изобретен салат, откуда была исключена картошка, заменена салатными листьями. Также колбасу заменил камчатским крабом, который содержит в себе очень много белка. А еще камчатский краб по вкусу не уступает омару, да и готовится просто и быстро. Варится в соленой воде с добавлением, например, лаврового листа, черного перца и корня сельдерея. Время же рассчитывается, исходя из веса краба. 15 минут на первые полкило и по 10 минут на каждые следующие 500 граммов веса. Мы нарезаем соломкой. Тонкой. Вот таким вот способом. Так, достаточно, я думаю, нам на одну порцию. Далее нарезаем маринованные огурцы. Также можно заменить их солеными, квашеными и так далее. Разными пикули. Когда нарезаем ингредиенты, мы стараемся, чтобы все ингредиенты были одного размера. Кубик был одинаковый, что у морковки, что у огурцов. Далее берем зеленый горошек и нарезаем кубиком. Нет, это шутка. Долго не будем нарезать. Итак, теперь нам нужно достать какую-то миску, чтобы это все перемешать. Так. И чтобы вам было видно, я достану прозрачную миску. Например, вот такую. Итак, отправляем все наши ингредиенты в эту нашу миску. Добавляем немножко моркови, также отварной, нарезанный мелким кубиком. А, вот чуть не забыл, нужно порезать яйца. Яйца на самом деле можно порезать в хаотичном порядке, потому что они в любом случае раскрошатся у нас. Теперь приступим к самому главному ингредиенту нашего салата – конечностям камчатского краба.
Мы взяли свежеваренные конечности краба в хитине, то есть, ну, собственно, не очищенные. Поэтому мы будем сейчас с вами их чистить. Также можно положить любого краба, консервированного, там, замороженного. Чистим краба, мы разрезаем хитин вдоль кухонными ножницами. С двух сторон. Вот так вот. Но когда вы будете чистить краба, не спешите выбрасывать вот эту драгоценную шелуху, так называемую, которая называется хитин. Из нее можно сварить очень вкусный суп или соус биск. Очень популярный во Франции и в США. Оп. Суп биск варится следующим способом. Берется огромное количество вот такой вот хитины. Это может быть очистки от креветок, лобстеры, крабы, раки, лангусты и так далее. Любые ракообразные обитатели моря. И вот, мы берем много этого хитина, обжариваем его на сильно раскаленной сковородке, долго на растительном масле, с добавлением моркови, лука и разных овощей. Далее добавляем туда коньяк. Выпариваем, заливаем водой и долго-долго-долго варим, там порядка 12 часов. Вот, потом мы все это дело процеживаем, доводим до вкуса солью, перцем, сахаром, там, ну, потому что нравится. Добавляем немножко сливок и подаем либо вот с мясом того же краба, лобстера. Это очень популярное блюдо на Манхэттене, лобстер биск называется, мне кажется, есть во всех ресторанах. И вот, мы почистили нашего краба. Но тут внутри могут попадаться вот такие вот пластиночки, еще хитин внутри мяса. То есть нужно все тщательно перебрать, посмотреть, чтобы этого не было. Итак. Итак, отложим весь наш хитин на суп и начнем заправлять наш салат. Заправлять будем салат, опять же, как я повторюсь, бескалорийным майонезом. Буквально одну ложечку. Обезжиренный он майонез, там концентрация жира минимальная. И немножко прям дижонской горчицы. На самом деле горчицу можно добавлять даже в классические оливье, и это придаст некий пикантный привкус. С помощью такого дополнения к майонезу даже привычное оливье можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Попробуйте и оцените сами новые ароматические и вкусовые нотки. Ведь именно использование оригинальных соусов помогает разнообразить меню, делая вкус одного и того же блюда каждый раз неповторимым. Тщательно перемешиваем. Ах да, можно добавить немножко, так как краба у нас много, мы добавим немножечко краба внутрь. Вот самых мелких сейчас наберем. А остальное нам пригодится для украшения салата. Итак, берем и хаотично перерубаем его. Так, добавляем наш салат. Перемешиваем. Добавляем черный свежемолотый перец и морскую соль. Опять же перемешиваем. Так. И в принципе мы можем сервировать. Итак, наша салатная основа готова, краб готов, мы можем приступить к сервировке. Возьмем тарелку среднюю. Выложим прямо в нее вот нашу основу салата оливье.
краба прям крупными кусками. Я думаю, мы положим сверху. Чтобы прям ощущался он во рту. Итак, краба положили, теперь нальем немножечко оливкового масла. Немного масла, ну и чуть-чуть свежемолотого перца. Этот салат вы можете сделать не только с айсбергом, но и с латуком. Он также органично впишется в рецептуру. Итак, салат шинкуем соломкой, а остальные ингредиенты нарезаем кубиком. Для приготовления облегченного соуса смешиваем низкокалорийный майонез с горчицей и заправляем в салат. Соль и перец добавляем уже по вкусу. Остается только засервировать. На салатную основу выкладываем крабовое мясо, готовое блюдо чуть приправляем оливковым маслом и подаем к столу. Ну все, наше блюдо готово. Теперь и вы можете готовить как супер-шеф. И с вами был Кирилл Бергер. Приятного аппетита!